Всем здорово, это новое выживание с ликанитами, с гоблинами, с новым измерением, какими как Сумеречный лес, Between Land и многими другими модами. Ну, видосы будут также разделены по 25 дней. Приятного просмотра. А ну-ка, пошел разнос. Так. Жезрейм. Ты можешь... Ладно, просто... Выключен этот? О! Какой-то жирный свинок. Белое? Это... Да, ледяной. Не знаю, давай я замочу. А, он еще и не агрессивный. А, стой. Ну, просто там есть, но по-другому. Бабека, куда ты там? А, ну, броня дофига, броня дофига. А, он этот кидает. Ему скидков мало, он говно. И в это говно, если заходишь, это голод. А, ну, типа, 2 единицы защиты. Обосрался, вот это вот полностью уже. Я подпрыгнуть не могу, нет? Я сейчас сдохну, скорее всего, и все вещи просру здесь. Ой, повезло. Это полностью. Этот, железо там не выпало с бокс? А выпало? Зашибись. Пришел сзади. Вот откуда тут... Они через блоки пролетают. Еще вылезло. О, господи. Растение. У нас тут заспавнилось их. Надо мочить их быстрее. Ты еще летит, дура. Тут, видимо, гоблины, подрывники. Что происходит там? Где? Они внутри горы. Да, я думал, там гадило, конечно. Дерево. Алло, тайга, можно? Мать, да вон, вон она кончается. Наконец-то, господи. Там джунгли. Ой, там этот огромный, какой-то шарик. Шаман. Бичи-то. Понятно. Блядь, коробка. Ликанит из-за гоблинов. А мы его учили, да, пацаны. О, аккуратно, да? Опять еще один. Да насрать, короче, бежим мы. Ля, это вот что такое? Ну-ка, ну-ка, надо чекнуть. Да уйди ты, рыба саная, ходячая, иди отсюда. Вон она, еще одна. Ой, лаги. Да что так лагает? Он топит, он топит, у него этот килограммы накладывает. Ты лагает, блядь. Тут еще... А, плывай. Тут еще снизу какая-то там разрушенная дом. А, это этот. Понятно. Роблок, да, а этот? Все понял. Так, смотря. 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 Смотри, скинут сейчас тебя еще, будет тебе смотреть. Нет. Падли. Так, я у них спугнер сломал. Один. Пошли в жопу. Еще и бичи пришли, огненные, пошли. Чего ты падаешь там? Да уйди! Вверх, летают. Пошел вверх. Нет, вот, отстань. Саное течение, блядь. Да нет, а! Блядь, подожди. Да саное течение, саная вода, блядь. Спасай. Господи, саная скорость, а еще. У тебя над головой. Ничего, да? А, да? Ой, блядь. Стоит, как твой голову повернулась. Ты там будет опять тундра. Креветка какая-то опять. Осуждаю. Блять! Какой-то водоворот делает, падает. Вылазь. Рыба. А, ну это креветки тут здоровые. Не-не-не, это другие. А, ну эти тут. Пойдем.
Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Дебил, блядь. Она тебя сожрет, блядь, нахуй ты. Блядь! Сука! Ебаный! Да блять, сука! Да как я ёбнуть? Палку, палку давай! Палку давай, блять! Да. Нет! Другая сосать начала, нет? Беги! Беги! Еще одно у тебя, беги давай! И ничем я не могу помочь. ХП сколько? Живой. А, краб, 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 краб. Поехал, блядь, на лодке. Ё-моё, посрался. Шавка. Надо ломать быстрее эти. Я спам не раз пытался ломать. Там до сих пор раз сразу спамнуть. Ау, 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 ау. Стоять! Да чё это огненные бичи, там надо потушить в центре. Блять, бежать, бежать! Ай, нет! Самые лучники, блять! Да меня тоже убили. Капец, они лучники. О, это что за тремор какой-то? Чел, кто? Тренд, наверное, да? Какой-то летающий бич, который взрыв... Не-не-не, тремор 4-го левела. Летающая фиготень какая-то. И гоголи, гоблины ведь толпой берут. Уйди! Правильно, правильно, бейте друг друга. Ай, да хватит, ну чё они так стрелами-то дофига дамажат, а? Они стреляют быстро. Папа, мой няня. Там, там последний видос за год. Вот я же видел, я вижу. А! Что? Какие-то птеродактили. Ебать! Ой! Это нифига у него, блядь! Птеродактиль напал, блядь! Это дракон! Да он не один хп. У него вообще еле-еле хп отнимается, еще так надо бобека съесть. Ем бобека. Бобека. Это, блядь, это бомж. Вот его, блин, приручить, конечно, надо. У него 86 хп, сейчас топ. А как его приручать-то? Там надо много, чтобы его приручить. Вот, поэтому насрать. Вот, кстати, прикольно то, что на этих же, на поляне вот эти вот спавнятся, бичи, с них кожа падает. С маки? Да. Алло. Почта России тебя унесет сейчас, смотри. Я унесу. Да не, блядь, она коров сожрала, это бракун. Всех, что ли? Они... Как? Да зачем с коммуниздил дитё? Какой дитё? Детей в подвал хочет запихнуть. Всё ясно. Да. Как ты, блядь, в подвал же рыл для детей пройти. Ну? А, господи, чёвка попка вылезла, дети. Ещё чёвка попка. Жрёт. Не убей. Чёвка попка. Ну и тут у меня произошли проблемы какие-то с записью, не знаю почему. Видос превратился в какое-то шикальное качество вообще. Ну, придется тогда сократить и вкратце показать, рассказать, что тут
я делал дальше. Что произошло, не понял? Ты вскопал. А? Ты вскопал, говорю. Там сзади нога. Короче, насрать, я дай его мочить. Понял. Все. Я залезу. Где? Я буду это лучше. Я буду снайпер. А вот он, копай. Это с когда на вагайзе через секунду поместили. Ну, такая же фигня. Вот что такая же фигня может? Ну вот так вот, прикинь, у меня такая же фигня вот. Они лагают, она лагает. Было же не понял. Осуждаю. Я даже похавать что-то нормально не могу. Да, не, все, изи. Ну, изи, босс. Изи, босс. Ну, подобрал 8. Где там? Гелим, на валике. Так, надо. Не хочу удушить просто. Знаешь, там нет. Что ты, черт, что ты, давай. Иди. А, в тебя, понятно. Надо отражать? Да. Да ты близко так подошел, конечно, офигенно. Так, подожди, я вниз. Делич. Открывайся, тут много прыжок. Ладно, я махать лучше не буду, стрелять не сам. Я не стреляю, махаю. Прикол. А, всё. Да. Он отсосал. Бей. Да. Где ты? Тихо. Ой, ё-моё, вот вылезло вообще не вовремя, чухандепало. Чё это, весь босс, что ли? Да, он же изичный. Он даже легче, чем нага. Какой посох? Только, красный, посох поглощения жизни, понятно. Ну, говно. Надо было злом, но хотел бы. Так. Так, у нас тут кактусы. Пойдем. Так, тогда. Покрачели. А он же не младится. Так, теперь надо съесть сух. Ох, поел говна.